Гарри Поттером учителя убивают несколько книг подряд, а Каролина догадывается, что мама хочет ее съесть. И это еще цветочки. Здравствуйте, на ЕТВ в прямом эфире программа «Мелочи жизни». И говорить мы сегодня будем о детской литературе. Так получается, что страшные книги, страшные сказки пугают не столько детей, сколько родителей. А самые пугливые родители у нас в Екатеринбурге тоже так получилось, собрались в родительском комитете, есть такая организация. И вот в очередной раз они напугались книгой, напугала их книга Ксении Драгунской, известного писателя-драматурга, дочки Виктора Драгунского, автора Денискиных рассказов. Нашли крамольные вещи в книге, написали заявление в прокуратуру. Сегодня мы с виновницей вот этого ажиотажа поговорили, с Ксенией Драгунской связались по телефону, пообщались. И вот хочу начать с ее комментария, представить вашему вниманию коротенький комментарий Ксении Драгунской. Давайте послушаем. Главное, это искренность какая-то, и разговаривать надо с людьми, с детьми, подростками, считая их людей, которые способны размышлять, способны задумываться, что они умные какие-то такие, хорошие люди, достойные серьезного разговора. Главное, вот не расчесюкивать, не разговаривать с ними как с дебилами, понимаете? И ребята, вообще все люди, в особенности подростки, которые очень чувствительны к вещам, они ценят именно искренность, доверительность, какой-то серьезный разговор. А вот настоящая подлинная чернуха в литературе для подростков и детей – это слащавая фальшь, бодрячество вот это вот фальшивое, за уши притянутый какой-то хэппи-энд, неизвестно откуда взятый. Потому что, ну, я бы сосредоточилась на том, что, да, мир ужасен, бывает очень тяжело, бывают ужасные ситуации. Но все-таки, несмотря ни на что, хороших людей больше, чем плохих. Это объективная реальность, против этого не попрешь. Именно поэтому мир еще стоит. И при помощи умных, добрых, ответственных взрослых можно найти выход из любой самой критической ситуации, и не надо отчаиваться. И об этом, как мне кажется, именно рыжая пьеса, потому что эта девочка, озлобившаяся после убийства собаки, своей любимой собаки, она ослабляется, естественно, переживает глубокую психоэмоциональную травму, залезает на эту крышу, она готова действительно стрелять по толпе, но под влиянием встречи с этим вот хорошим мальчиком, с Егором, который ее поддерживает именно в эту трудную минуту, она как-то вот успокаивается, что ли, примиряется с действительностью, и мир опять светит для нее какими-то своими яркими, такими человечными, светлыми красками. Мир ужасен. Должна ли быть детская литература, ну, не ужасной? Должна ли она рассказывать об этом ужасном мире? Или нужно изобретать какой-то свой язык, говорить о каком-то идеальном мире, к которому нужно стремиться? О чем должна говорить детская литература? Должна ли она воспитывать в условиях вот нашей сегодняшней современной жизни? Какие книжки стоит публиковать, какие не стоит? Обо всем об этом будем говорить сегодня с нашими гостями. Давайте знакомиться. Андрей Щупов, он же Олег Райан, писатель. Здравствуйте. Елена Сергеевна Квашнина, учитель русского языка и литературы, человек, который возглавляет ассоциацию всех педагогов по русскому и литературе в Екатеринбурге, при Доме учителя нашем. Елена Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Детский писатель Ольга Колпакова, человек, возглавляющий нашу ассоциацию писателей для детей. Содружество детских писателей. Содружество детских писателей. Добрый вечер. Здравствуйте. И заместитель директора областной библиотеки для детей и юношества Марина Вячеславовна Ивашина. Марина Вячеславовна, добрый вечер. Ну и вот сразу хочется начать обсуждение. Может быть, вот, наверное, с писателей начнем. Как по-вашему, надо для детей создавать, изобретать вот какой-то отдельный мир, в котором нет тех ужасов, что мы видим на улице, что окружают нас в жизни? Или нужно рассказывать детям все как есть и, ну вот... Ко мне вопрос. Да. Пусть будет так. Вы как-то все молчите. Да, хочется, чтобы вы активнее участвовали в разговоре. Третий год мы проводим премию Владислава Петровича Крапивина. Лозунгом этой премии является: книга должна быть воспитателем души. То есть книга должна воспитывать. И вот именно эту функцию, если она выполняет, как она описывает ужасы или она описывает не ужасы, это уже, наверное, вот второй вопрос. И
Как есть, наверное, детские врачи, так есть детская литература. Поэтому взрослая книга от детской, конечно же, отличается. Угу. Но показывать ребенку все в розовом свете и все в позитиве, и это значит не развивать его ни эмоции, ни духовную сферу. Поэтому мы сегодня как раз принесли книги показать, которые рассказывают о жутких, о серьезных очень проблемах. Ну вот ваши книжки, о чем они рассказывают? Не наши, но книжки наших лауреатов, например, Юлии Кузнецовой «Выдуманный жучок». Это книга о ребенке, который вынужден очень часто лежать в больнице с серьезным заболеванием. У девочки шунт, и девочка очень переживает по этому поводу, что она не такая, как все, и как она с этим справляется. То есть мне вот кажется, что каждый ребенок, который попадает в больницу, для того, чтобы это было не таким глубоким стрессом, как это является, вот эта вот книжка может помочь. А вот под ней лежит еще одна книга у меня, которая, например, у меня неоднозначное отношение «Притворяясь мертвым» называется эта книга. Это книга о том, как дети-старшеклассники издеваются над своим товарищем. То есть они, в конце концов, они бросают его в лесу. Это большое предательство, это для ребенка огромный стресс. И что делает этот парень? Как ему дальше жить? Как ему поступить? Ему мстить? Ему простить? Ему сдаться? И вот такой неоднозначный в этой книге финал, когда, например, взрослые говорят, эта книга учит прощать, а подросток, прочитав ее, он может сказать, нет, он слабак, он сдался. То есть вот книги, которые учат думать, которые учат принимать собственное решение, отталкиваясь вот от каких-то, от чужого опыта. Книги должны учить или вот такие книги нужно читать вместе с родителем, посадить рядом маму-папу, и она будет вот какие-то там спорные вещи объяснять, адаптировать и так далее? Так и так. То есть, наверное, надо начинать с того, что читать детям, потому что без этого, без этой первой фазы не обойтись. А вообще, вот, что касательно вот первой фазы вопроса, я думаю, что литература должна быть разной, потому что и дети все у нас разные. И как я на своих встречах тоже говорю, что... Для разных детей, для разных книг, вот я хочу такую игру вам предложить. Сейчас, знаете, очень модно возрастные марки ставить на любой продукт. Для книг давайте мы поставим такие марки. Вот плюс 5, плюс 7, плюс 10, плюс 12, плюс 15. Вот какие-то мы выбрали такие, на наш взгляд, переломные. А даже это возраст будет очень условно все, потому что мы поставим одну оценку, а дети могут, кажется, на того же читать и в 5 Но лет, вот, и вот в 3. Книги, про которые вы сейчас рассказали, вы им сами определили бы какой возраст? Ну вот это вот плюс 15, 15 плюс я бы поставила, да? А вот это бы я поставила 5 плюс. Так. Вот, а вот это, которая моя книга... То есть про ребенка, который лежит в больнице, это 5+. Да. Вполне нормально. Да, Несмотря на то, что там негативные, может быть. Да, несмотря на то, что там... Жалко, ребенок может страдать. Эта книга очень, с одной стороны, очень печальная и тяжелая, а с другой стороны, настолько позитивная, и она настолько выводит вот именно на такое, на правильное решение проблемы, когда ты должен переступить, перебороть эту боль. Елена Сергеевна, ну вот про страшное, про то, что ребенок может страдать, сказки, то, с чего все начинается. Ведь вот где ужас и страх страшнее не придумаешь. Ведь действительно, в Пензе был такой случай, там тоже родители, значит, заволновались, и вообще русские сказки попросили запретить, отменить, потому что там головы отрубают в каждой сказке, это однозначно, руки, ноги тоже, а еще и сварят в котле. Вот. Про сказки расскажите. Да, дело в том, что вот в книге создается особая реальность, особое пространство, особое время. И поэтому ребенок, читая книгу, он не представляет себе реальность. Особенно читая сказку. Конечно, он представляет вымышленное пространство, вымышленное время, никак не соотносит это с тем, что может происходить за его окном. Если же мы говорим о книгах для подростков, то там наоборот, дети ищут то, что их волнует в этой жизни, в их жизни, их проблемы, их трудности, как с этими трудностями бороться, как их разрешать. Ну вот у нас сейчас прозвучала фраза, на которую хотелось бы обратить внимание. Дети должны читать. Детям книга должна учить. Вот мне кажется, это не совсем точно, не совсем правильно. Если мы начинаем говорить «должны», то вот здесь уже и появляется первая проблема. Когда мы принуждаем ребенка к чтению, он чаще всего отворачивается. И в замечательной книге
как роман, который написал Даниэль Пиннак, есть фраза, которую должен знать каждый родитель, наверное, и каждый учитель. Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. Вот если мы даем книгу ребенку и говорим, она должна тебя чему-то научить, то это самая большая ошибка, которую мы можем совершить, на мой взгляд. Ну, понятно, книга должна помочь пережить переживанию. Она вызывает эстетическое переживание. Это может быть переживание за судьбу ребенка, лежащего в больнице. Это может быть переживание после того, как он прочитал сказку за героя этой сказки. Но она должна помогать переживать. Вот эти страшные сказки, когда головы летят, вот этот Чуйковский, просто ребенку 2 года, и мы сейчас читаем Корнея Ивановича перед сном. И в детстве мне не казалось это таким страшным, сейчас это ведь действительно ужас. И острые зубы вонзают, и кровь из нее выпивает, и муха криком кричит, надрывается, а злодей молчит и ухмыляется. Это самое такое легкое цветочки еще. А вам страшно или вашему ребенку страшно? Вот я и хотела вас спросить. У взрослых и детей восприятие разное, да? Да, потому что дети, у них образное мышление, и как ни странно, вот как раз вот такие ужасы, они воспринимают совершенно на другом уровне. А мы сейчас рационалистически уже это прокручиваем. То есть вот это кровище, которое у Чуковского, для ребенка ее там нет? Или она не так воспринимается? Она совсем не так воспринимается, конечно. Не зомби-хоррор? Нет, ни в коем случае. Абсолютно не так. Марина Вячеславовна, а вот вас хотела спросить, как знатока детской литературы, вот так в историческом разрезе, да, в каком-то серьезном, а почему детские писатели, у них у всех какая-то сложная судьба. И там одного, обвиняли в педофилии, другого обвиняли еще в каких-то там, кто-то шизофреник, кто-то на каких-то серьезных препаратах сидел и так далее. Я не думаю, что это специфическая принадлежность именно детского писателя. Это, скорее всего, характерно для творческого человека, который не укладывается вообще в традиционные рамки. А детский писатель, тут ключевое слово «писатель», который творит мир. Конечно, он не всем понятен. И мне очень жаль, что современные родители очень плохо знают современных писателей. Вы знаете, вот сейчас город Екатеринбург представляется всей остальной России как центр некоторого мракобесия. То есть это вот какая-то такая черная территория, откуда-то исходят черные флюиды, здесь что-то все время запрещают, куда-то не пущают, что-то происходит, какие-то ужасы. А ведь это территория, где есть детские писатели, которыми мы гордимся. Вот Андрей Щупов, Олег Раин, детский писатель, известен под этим именем. Вот я горжусь, что мы с ним вообще современники, потому что это удивительный писатель. Таких в России вообще всего несколько. Ольга Колпакова, у нас есть Светлана Лаврова, Александр Папченко. Это вообще чудные писатели. Но у нас, как правило, родители знают Чуковский, Маршак и Барто, Михалков. Успенский это уже на 5 с плюсом. Это уже на 5 с плюсом. Остальные, Бажова знают. Очень маленькие. Это школьная программа. Понимаете, это школьная программа. Вот чтобы с личностями закончить, Зинаида Дашкова спрашивает, а кого конкретно обвиняли в педофилии? Были же такие истории. Я про детских писателей такого конкретно не знаю, чтобы кого-то в педофилии обвиняли. То и дело, кого-то обвиняют. Меня как будто такие факты мало интересуют. Меня интересует писатель и его творчество. Я могу, конечно, уточнить, можно позвонить в библиотеку и узнать, кого конкретно интересовали. Я специально для нашей телезрительницы это узнаю. Но в данном случае, я понимаю родителей, они замотаны, они зарабатывают деньги, они крутятся, чтобы накормить, одеть ребенка, отправить его в отпуск к морю. И понятно, что они совершенно не обязаны знать, какие новые писатели выходят. Но есть люди, которые профессионально этим интересуются, и есть такие места, куда можно прийти и узнать, а какие сегодня писатели самые интересные, а какие книги самые лучшие. Потому что, собственно говоря, эстетика книги современной, более близкая и понятная ребенку, это уже не Чуковский. То есть, понятно, вы выбираете, приходит родитель в магазин, что он купит? Маршак, Чуковский, да, по-прежнему это классика. Ну нет, здесь все-таки вот надо к вот этим табличкам вернуться, потому что если ребенку даже плюс 10, это уже точно не Чуковский, да, вот родитель дальше? Пойдет дальше. Да. Что дальше? Знают ли родители эти имена? Поэтому я хочу напомнить, что существуют вообще-то библиотеки,
где люди собирают эту литературу, отбирают, проводят экспертизу. И не одна библиотека. У нас много библиотек в городе, где, например, наша библиотека проводит по воскресеньям детскую чайную читальню, куда трудно вообще пробиться каждое воскресенье. И книжный театр книги, детский театр книги, «Мумитроль», семейный театр книги, где родители с детьми вместе разыгрывают какие-то спектакли по книгам. А на детской чайной читальне они вместе читают современные книги и с актером Виктором Поцелуевым проигрывают каждую новую книгу. Я когда пришла в книжный магазин, и у продавца спрашивали родители, кто такой Нордквист, они не знали, а книжка выглядит красиво. Ничего не мог сказать продавец, но я рассказала, и книги быстро все купили. Так вот, Нордквист один из любимейших писателей, которого дети проигрывают вместе с Виктором Поцелуевым. Это великолепно. Я вообще не представляю, как современный ребенок может вырасти сегодня без Нордквиста, с его котенком, с его стариком Петсеном, с котенком Финдусом, с его... Марго, давайте сразу с возрастным. Сколько? Для кого? Плюс пять. Чуковскому все-таки плюс пять даем? Ну, Чуковский, ну, да, конечно, даем. Дали бы, наверное, и меньше. Это уже, наверное, вот известные имена. Мне даже не очень интересно. Это само собой. Интересно открывать сегодня новые имена. То, что может что-то дать дополнительное ребенку. Мария Вячеславовна, вот про новые имена я предлагаю поговорить сейчас с представителем книжного магазина. Кто как не они знают, что пользуются спросом. А перед этим предлагаю посмотреть вам опрос. Наши корреспонденты вышли на улицу Екатеринбурга и спросили горожан, а какие страшные или не страшные сказки и детские книги пугали их в детстве. Давайте послушаем, что говорит город. Здравствуйте, с вами Елена и традиционный опрос у терки. Все детство мама читала мне добрые сказки перед сном, но даже в них находились злые герои, которые пугали меня, и я не могла уснуть ночами. Больше всего я боялась чудовища и сказки про аленький цветочек. Какие герои боятся современные дети, мы узнаем у горожан прямо сейчас. Гензель и Грета, я считаю, все немецкие сказки традиционные, они очень отличаются какой-то жестокостью. Такую красную шапочку тоже там все поедают бабушек. Сказки братьев Гримм, конечно. Они очень страшные. Я бы не порекомендовала читать сказку «Синяя борода» для детей младше дошкольного возраста, потому что все-таки мужчина убивает своих жен. Это, ну, не очень хорошо может сказаться на детской психике. Когда в сахарный домик, как там, Гензель и Грета вроде зашли, то их, когда в печку хотели затолкать старуха, но они ее затолкали, вот это мне вообще страшно было. Русские народные все со страшным сюжетом. Там все или бездельники, и откуда-то с небес все свалилось им. Баба-Яга, и Кощей там, и так далее. Все эти страшные герои. Была когда-то в советские времена, темно за окошком ни звука, луна из-за леса встает, седая лохматая бука с мешком по дороге идет. В нашем среднеуральском издательстве было напечатано жутчайшая вещь. Как ее пропустили, не знаю. Я сыну в свое время купил, почитал. Ужас! Триллер! У наших новых гостей хочется спросить, а что вас в детстве пугало? Вы боялись буки? Вот я вспомнила сейчас эту буку еще с иллюстрациями. Действительно страшно было. Буки боялись все, и все боятся, продолжают каких-то сюжетов в страшных детских книжках, потому что, как говорят детские психиатры, это вполне такой нормальный компенсаторный процесс. Человек должен учиться бороться со страхом, человек должен учиться переживать этот страх. И вот все эти детские сказки, детские книжки, в том числе с какими-то печальными исходами и событиями, они именно этому учат. Поэтому дети продолжают неизбывно любить ужастики, несмотря на недоумение Мария родителей. Александровна Алексеева к нам присоединилась, заведующая кафедрой филологии нашего Солнца при УРФУ. И Елена Швецова, пиар-менеджер книжного магазина, одного из, в общем, популярных книжных магазинов. Расскажите, что у родителей пользуется спросом, что сегодня, ну вот, в топе и бестселлер продаж из детских книжек? Ну, несмотря на то, что вот наша гостья тоже говорила, что и Чуковский, и наши классики, которые себя уже годами зарекомендовали, все равно это пользуется спросом, потому что все мы родом из детства. И что мы читали в детстве, став взрослыми, родители все равно пытаются эти книги прочесть вместе с детьми. Но, конечно, появились и новые авторы за это время, и наши местные авторы. То есть вот и Ольга Колпакова, вот я принесла ее книжечку. То есть бука пользуется спросом, несмотря ни на что. Но это не та. Пользуется, все равно ее приобретают и вместе с детками читают.
яркая книга, очень хорошо оформлена, шрифт большой, ребенок, умеющий читать, сам прочтет, либо с родителями вместе прочтет. Давайте полистаем ее. Это не страшная совсем буква. Вон какая милая и симпатичная. Замечательная девочка, да, которую уже отмыли, mm-hmm. которая тут все приключения ловит по книжке. То есть все хорошо, все замечательно mm-hmm. заканчивается. Mm-hmm. Кто боится, ну, побоятся, потом перестанут бояться, станут mm-hmm. смелыми. Mm-hmm. Вот. Автор сегодня у нас да, в гостях. Да, то есть автор это все равно знакомый, мы пересекаемся на различных книжных мероприятиях нашего города. Крапивин, но без него все равно никуда не деться. Вот сейчас его издали уже в детском таком варианте. Раньше он издавался более скромно, тоже с цветными иллюстрациями. То есть я сама выросла на книгах Крапивина, и страшно было, и интересно было, и просто с удовольствием читала эти книги. И эти книги пользуются тоже спросом. Предлагаю вот прямо сейчас Владиславу Петровичу послушать. Мы сегодня с ним созвонились. Он поделился своими соображениями о том, должна ли детская книга воспитывать, на каком языке надо общаться с ребенком. Давайте послушаем, что думает Крапивин по этому поводу. Даже в сказках про Бабу-Ягу можно найти пропаганду людоедства. Ну, да теперь что? Надо воспитывать детей так, чтобы они воспринимали такие книги, если они вредны, соответственно, понимали их негатив и чувствовали какое-то к ним неприятие. Тогда это будет настоящее воспитание. Книги могут быть вредные. И, может быть, некоторые даже следует подвергать запрету. Но не такими же методами. Ведь посмотрите, обнаружили там в детских книгах что-то, по их, так сказать, мнению, вредное. И чем делаются? Не пишут критические статьи, не выступают с протестами, не пропагандируют негативное отношение к этим книгам, обращаются в прокуратуру. Это ведь напоминает печальной памяти давние времена, 30-е годы, борьбу с диссидентством и так далее. Это вообще дикость какая-то. 21 век вроде бы. Детская литература, естественно, должна воспитывать. Для того она и создана. Но воспитывать правильными, умными методами. Если не прятать негатив от детей, а показывать, какое должно быть к этому негативу отношение. Воспитывать отвращение к негативным фактам. Мария Александровна, есть какие-то вещи недопустимые в детской книжке? Темы запретные для детского писателя? Вопрос достаточно сложный, потому что к вопросу о запретных темах, исходя даже из русской классики, угу. обращаться достаточно интересно. Потому что если мы возьмем классику школьную, Достоевский, Лев Толстой, что там, да? Если мы сейчас посмотрим с точки зрения 16+, 18+, ну, радостно поставим 21+, везде. Да, ну вот 18+. Но мы сегодня утром читали Достоевского с детьми, да, и, в общем-то, все живы после этого. Вот запретное, может быть, знаете, то, что вот как раз обозначается как призыв к насилию, то, что обозначается как прямое убеждение в том, что насилие есть способ решения проблем, призыв к разрушению культуры. Вот деструктивная какая-то книга, которая разрушает систему нравственных ценностей, она, да, она запрещена, но я не знаю таких книг среди детских авторов, понимаете? Я не знаю таких книг среди тех текстов, которые вызывают недоумение у того же родительского комитета. Угу. Просто можно взять одну фразу из книги и сказать, вот девочка хочет подняться на крышу и готова там расстрелять всех тех, кто убивает собак, и то, кто про это ничего не говорит, там дальше цитата. А можно посмотреть на текст в целом. Любая избранная из контекста цитата может быть истолкована очень по-разному. Но мы тут должны различать, есть факт и есть авторская позиция. И вот как раз, наверное, наша задача вот, профессиональных библиотекарей, да, профессиональных преподавателей, детских писателей, продавцов книги, она в этом как раз, наверное, и заключается. Интерпретировать, учить интерпретацию. Вот я же сейчас услышала, воспитывать, чтобы воспринимали. И вот если родитель оказывается немножко тугим на ухо в этом случае, то вот как раз тут нужна помощь специалистов и профессионалов. И это сотрудники библиотек, это учителя, да, которые, да. В общем, помогут с этой интерпретацией. Профессионалы. Да, да. А, Мария Александровна, вопрос личности автора, он важен? Вот мы важен. Перед этим говорили, кого-то обвиняли в педофилии, кто-то был, вспоминая детских писателей, вот. Другой сидел на каких-то серьезных препаратах и так далее. Вот это все какой-то отпечаток. Это важно для взрослого читателя, который очень хочет узнать что-то еще про автора. Это про, собственно,
автора Алисы в «Зазеркалье» и автора Алисы в «Стране чудес». Были разные истории с девочками, когда он любил их фотографировать, когда он потом собирал коллекцию фотографий, когда он с ними общался. Потом вот возникли как раз статьи, обвиняющие его в педофилии. Но видите, все дело в том, что это вот из той же серии «Интерес толпы к гению». Ребенок на это не способен, ему это совершенно не нужно, ему достаточно текста. А вот взрослый читатель, ему всегда интересно, что там за кадром, а что там еще интересненького про автора можно раскопать. А вот он такой же, как про мы. Про Астрид Лингрен. Конечно, вот, конечно. Это если цель выкопать что-нибудь если цель выкопать, да. То, наверное, про многих это можно. Да. Если порыться в грязном белье как следует. Приезжали, когда у нас финалисты премии Крапивина, мы были поражены, насколько это счастливые и светлые люди. И никто из них не курит. Не говоря уж о том, что практически никто и не пьет. Вот поэтому, ну вот, вот, этот вот, вот эта вот тема, что у автора что-то не так в личной жизни и так далее, мне кажется, она... Но... Это очень бытовое восприятие текста. То есть очень хочется, чтобы автор был вот такой же, как я, вот как мой сосед по лестничной площадке. Но вот он автор, ах, он такой тоже плохой. Ну и потом, опять, это история, которая волнует скорее взрослых, нежели детей. Причем скорее отдельную часть взрослых. Отдельную часть взрослых, да. А вот про Карлсона. Правда, что, вот, например, на родине Карлсон вовсе не такой добрый, в общем, и пушистый, а им даже детей, говорят, пугают. Если мы читаем неадаптированные тексты, если мы смотрим не мультфильм про Карлсона с роскошными совершенно персонажами, а действительно читаем полное издание, то там действительно персонаж достаточно противоречивый. Но, с другой стороны, каждый читает то, что хочет прочитать, и каждый видит в тексте то, что он хочет увидеть, по большому счету. Ну, у нас достаточно противоречивый. Но он, скорее, все-таки не страшный точно. Вот, пугать им детей даже и в голову не придет. А у нас на связи есть молодой писатель, начинающий детский писатель. Скайп-соединение сейчас появится у нас на экране. Алло. Здравствуйте. Ага, мы ждем картинки, а картинки не будет. Елена Соловьева у нас на связи. Елена, здравствуйте. Вот картинка. Здравствуйте. А вот и Елена. Елена, расскажите, пожалуйста, что за книгу вы пишете, на кого она рассчитана и о чем ваша книга? Ну, книга «Цветник бабушки корицы», она уже написана. Угу. Рассчитана, мне сложно сказать, на кого, но она нравится родителям, нравится тем детям, которым родители ее прочитали, дети от 9, с 8, 7 лет. То есть все зависит от родителей в данном случае. А вообще вот эта возрастная маркировка, она, по-вашему, нужна в детской литературе? Ну, я думаю, это излишне, потому что дети разные, родители разные, и как бы ребенок один может 7 лет таким, которым и 14-летним до него далеко, то есть тут совершенно не обязательно. Есть какие-то темы, которые вы, как вот детский писатель, стараетесь избегать, или таких тем нет, и вы и со своим читателем, и со своими детьми можете говорить обо всем угодно? Обо всем, о чем угодно? Можно, конечно, говорить обо всем, о чем угодно. И, с другой стороны, мне бы хотелось спросить, а вот тот родительский комитет, который выступает против писателей детских, что это за люди, где их дипломы, где их справки о психическом здоровье? То есть все про каждого... вот, знаете, подробно. Они нас рассматривают в микроскоп. Давайте мы рассмотрим микроскоп этих людей, которые собрались нас судить. Ну, то есть, вот я так думаю. Елена, мы сегодня родительский комитет решили не обсуждать, решили поговорить о детской литературе и как-то сориентировать родителей вот во всем ее многообразии. Что вы советуете читать своим детям? Что читают ваши дети собственные? Ну, у меня уже очень взрослый мальчик, ему 21 год, он вышел из этого возраста, детской литературы. Но я заходила всегда, как я поступала, я заходила в магазин, смотрела аннотацию, смотрела книгу, начинала читать первые два абзаца, и мне все было ясно. Я думаю, что умный родитель, он найдет хорошую книгу для своего ребенка. А бывают вредные книги? Ну, вредные советы остро так и называются, да, и вообще вся хорошая детская литература, она немножко хулиганская. Нет хулиганства, нет хорошей детской литературы. То есть отличник, у которого все хорошо, он не может быть объектом описания. Он становится объектом тогда, когда с ним что-то случается, он поступает неправильно. То есть литература начинается там, где нарушается запрет. И поэтому вот... Замечательно, замечательно. Спасибо большое. Ну и действительно, вот ну, конфликт — это двигатель сюжета, это двигатель любой истории. А если там еще есть вот какая-нибудь, например, страшилка, возвращаясь к теме страшных сказок, это ну, еще больше гарантий, что это вызовет интерес у детей. Вообще, вот я согласна с Еленой, что в книге должна, в современной книге должна быть какая-то неправильность, хулиган, какое-то маленькое хулиганство. Игра, обязательно. Да, игра, игровая. Вот точно так же, почему
Чим Карлсон? Он ведь немножко хулиганит, да, и детям это нравится. У нас есть Артур Геворгизов. Угу. Сколько времени его считали? Карлсон, давайте маркировочку сразу определим. Ну, Карлсон, ну, это серьезно. Карлсон, это прямо знаете. 15 это, плюс, да, не меньше. 15 да. плюс, конечно. Угу. Там столько хулиганства. Вот. И поэтому и Ксении Драгунской книжки несколько хулиганских. Дорогие родители, Марина Вячеславовна шутит. Сейчас ведь Карлсон на дальнюю полку поставят. Вот. Артур Геворгизов. Ведь когда он появился лет 5-6 назад, ведь говорили, что это самый антипедагогичный писатель. Сегодня это любимейший писатель, у которого вышло, наверное, 8 или 10 книг уже больше. Точно так же, как Остера в свое время. Помню, мой маленький сын тогда читал Остера на конкурсе чтецов. Его не засчитали, вредные советы. Угу. Это было очень давно. И не засчитали, потому что это очень неправильные стихи. Вот так вот. То есть, просто антипедагогические. Антипедагогические. Взрослые, а дети при этом его взрослые читают и говорят, о, прикольненько. Дети очень любят такое. Вот, наверное, была прелесть в русской литературе и существование Карлсона, потому что у нас очень серьезная литература. У нас очень много серьезной литературы. Угу. Да, и жизнь-то у нас серьезная. Про литературу, которая совсем у нас, про нашу местную литературу, давайте еще поговорим. Вот, может быть, что-то, Елена, у вас есть из местных авторов? Я принесла еще книгу Павла Петровича Бажова. Угу. То есть для нас это тоже наше все, не только Пушкин, потому что мы живем на Урале, где богатая история, очень много разных сказов и сказаний, есть о чем рассказать нам. И поэтому, во-первых, Бажова все равно изучают в школе, читают эти книги. И всегда Бажов пользуется спросом. Причем порой, если приходит покупатель и спрашивает сказы Бажова, мы всегда уточняем, вам нужен детский вариант или взрослый, имеется в виду иллюстрации. Потому что бывает подарочный вариант бажовских сказок, вот именно для взрослых. Там уже взрослые иллюстрации, достойные такие там и все прочее. К сожалению, взрослых книг бажовских сказов выпускают не так часто. Они бывают редко, и за ними приходится бегать. Детские книги выпускают различные издательства, конечно, различные иллюстрации. Всегда это все красочно и пользуется спросом. Бажову вы какой поставите? Бажову какой поставим маркер? 10, да, плюс 10. Да. Потому даже что 7 можно. Да, но 7. Там язык все равно немножечко своеобразный, тем не менее, да, дети читают с удовольствием. А что касается родителей, вот настольная книга для родителей. Японского автора, который сейчас очень популярна. С говорящим названием «После трех уже поздно». Да, очень много полезных советов. Пусть родители читают, даже те, у кого уже дети выросли старше трех лет. Замечательная книга. Мы сегодня связались с Борисом Грачевским, у которого дети не вырастут, кажется, никогда, пока он снимает свой «Ералаш». Он поделился с нами своими соображениями о том, какой должна быть детская книга. И, в общем-то, в двух словах сказал, что детская книга должна быть жесткой, иначе у ребенка не будет никакого сильного впечатления, ребенку она не будет интересна. Вот, но умный ребенок, он найдет в себе силы, как отличить вредное от стоящего, как сделать правильные выводы. Грачевского давайте послушаем и посмотрим. Это просто литература, увлекающая ребенка, то меньше всего туда нужно вставлять дидактики, иначе он рассыпется. Или так ее нужно спрятать, как, извините за нахальство, это делает Ералаш. Мы так прячем глубоко наши какие-то важные послания к детям, понимаете, да? Что они их поедают, обращая внимание, что это пилюля, понимаете, да? Это важно очень, отсутствие прямой тупой дидактики. Или существует просто... Как стать умным, например, какая-то книжка. Какой-то ребенок познавательный, а существуют самые разные. Берет такую книжку и учится, как стать умным. Вот философ такой-то сказал то-то. Дадзебао такой-то. Этот сказал то-то. Понимаете, Монтень сказал это. Делай так и сяк. Сегодня в погоне за прибылью иногда не соображают вообще. Меня потрясла книжка, которая немецкая. Книжка о том, как собаки... Или не собаки, нет, кроту кто-то накакал на голову. И он вот всю книжку выясняет, кто же это был, и каждый показывает, чем он это делает. Нормальная книжка, да? Абсолютно говорю, она издана в России, переведена и так далее.
Это ж надо такое придумать и так далее. И так далее. Я хочу сказать, я считаю, что с детьми можно говорить на любую тему, на самую запретную. Важно найти. Ну, вот, собственно, время нашего эфира подходит к концу. Хочется подытожить в двух словах. Не надо бояться говорить с ребенком на взрослые, на серьезные темы. Детские книжки не должны избегать каких-то тем, и вообще запретных тем не может быть. Какие темы должны подниматься, вот, по-вашему, в детской литературе? Вот чего не хватает сегодня, о чем нужно говорить? Вечные темы, они добро и зло, она всегда ключевая тема в любой литературе, мне кажется. Это вечная тема. Это вечная тема. Уже у детей постарше, вот это сейчас показывает опыт, даже уже у младших подростков, тем, кому за 10, недаром стала выходить серия, кстати, книга Ольги Колпаковой тоже вышла в серии «Тем, кому за 10». Это взаимоотношения со сверстниками, со взрослыми, взаимоотношения в семье. То есть о самом ребенке, когда он начинает думать, какой он, правильно ли он общается, почему, когда возникают первые обиды, непонимание, то есть первые трагедии. Вот это очень важно. Вот эта вот серия, она очень важна. Хорошо бы, чтобы она была в каждой семье. «Тем, кому за 10», издательство «Жук». Там большое сочинение о бабушке Ольге Колпаковой. А мне бы хотелось реабилитировать те книги, на которые нападал Уральский родительский комитет, потому что есть такое чувство, что родители все-таки немножко их боятся. Раз про них вот было сказано, во-первых, это книга Гроссмана «С кем бы побегать». Это совершенно замечательная вещь. Она все неразобраны. Все неразобраны. Это бестселлер. С рассказом о том, как... Не реабилитируйте. Вся эта история сработала как отличная реклама. Все прекрасно. И точно так же Ксения Драгунская, которую, в общем, подростки читают с удовольствием. «Тихая минутка» наша газета школьная публикует с огромным удовольствием. Поэтому не бойтесь, никого не слушайте. Сами смотрите на аннотации и выбирайте книги своим детям. Заходите в библиотеку, знать о новинках. Спасибо вам большое, что поделились с нами своим мнением. Предлагаю закончить наш сегодняшний разговор словами Ксении Драгунской. У нас есть еще один небольшой комментарий. Она рассказала, о чем, по ее мнению, нужно говорить детским писателям и чего не хватает вот на сегодняшнем книжном рынке. Имеется в виду полки с детскими книгами. Предлагаю послушать, а после в студии ЕТВ встречайте следующую программу. В любом поколении, в любой точке, они все равно интересуются своими ровесниками и своими какими-то проблемами, которые с родителями, с учителями. Всегда это, в общем, проблема одни и те же. Это поиски какого-то взаимопонимания, поиски близких людей, поиски, можно сказать, единомышленников, таких людей каких-то, и избегание тех опасностей, которые вокруг. И сейчас очень много действительно ужасных совершенно вещей. И вот литература должна касаться, конечно, вот этого дикого расслоения общества, дикого совершенно, и чудовищной экологии, и каких-то вот этих нагнетаемых таких проблесков какой-то ксенофобии, межнациональных конфликтов, которые их нужно просто с раннего детства объединять детей разных национальностей, там, разных социальных слоев, чтобы все ходили в какие-то одинаковые детские сады. Но сейчас же это вообще уже кажется невероятным. Сейчас у каждого слоя есть какой-то свой детский сад. И вот эта разрозненность, разорванность общества, которая чрезвычайно опасна, она просто с детства в людях закладывается. Вот это ужасно.